На избирательных участках 8 сентября будут дежурить волонтеры. Их помощь необходима пожилым лабытнанцам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Представители территориальной избирательной комиссии провели для добровольцев обучающий семинар. В молодежном центре побывала и наша съемочная группа. За каждым избирательным участком закреплено 2 волонтера. В единый день голосования 32 добровольцев будут дежурить с 8 утра до 8 вечера. Вообще такая помощь в нашем городе оказывается с 2015 года. И отличительная атрибутика волонтера некоторым жителям нашего города, конечно, уже знакома. Это отличительный жилет и нагрудный знак по формате бейджа. То есть фамилия, имя, отчество волонтера. Такие отличительные особенности. Ну и, конечно же, приветствие, да, это улыбка, и они будут стоять у входа, помогать гражданам маломобильным и с ограниченными возможностями здоровья. Ну и всем гражданам, кому будет необходима помощь. Если есть такая необходимость, волонтер может оказать помощь в получении избирательного бюллетеня, а также в его заполнении гражданам, которые в этом нуждаются. В этом случае просто член комиссии в списках избирателей в графе особой отметки сделает отметку, внесет фамилию, имя, отчество и паспортные данные волонтера, который такую помощь оказывал. Помощью волонтеров могут воспользоваться избиратели, например, с малолетними детьми. Прежде чем приступить к своим обязанностям, волонтерам необходимо пройти обучение. Татьяна Цитович подробно рассказала собравшимся про их права и обязанности, а также о нюансах действующего законодательства, которое регламентирует все действия волонтеров. Евгений Скурто внимательно слушал председателя территориальной избирательной комиссии. Первый опыт добровольца он получил во время прошлой избирательной кампании. На этих выборах мужчина снова готов помогать людям. Волонтер – это же помощь. Поэтому есть опыт, приглашают люди, поэтому всегда рад оказать содействие. Татьяна Цитович поблагодарила собравшихся за активную жизненную позицию и за неравнодушное отношение к будущему родного города. В завершении встречи все участники зарегистрировались в единой информационной системе добровольцев. Так, список российских волонтеров в очередной раз пополнился лабытнанцами. Ирина Волокитина, Сергей Андропов, программа «Время местное».